Поехал, ребятки, всем привет, добро пожаловать на мой канал, с вами Борода, это игрушка DOS, и сегодня мы посетим локацию под названием Выжженные земли. Давайте посмотрим, что это за локация, насколько она сложная и что можно найти в ней. Эта локация с уровнем сложности опасна, и это означает, что здесь действительно опасно и нужно быть предельно осторожным перед каждым своим действием. Уже сейчас я вижу, что нас практически засекли, и мы можем быть в лютой опасности. Нам нужно отыгрывать максимально осторожно. Я попытаюсь это сделать, но вы знаете, что в этой игре осторожность не ключевой фактор. И, конечно же, в любой момент тебя могут просто убить или вот так вот неожиданно напасть. И это просто неудачно сложиться для вас, потому что крайне опасно заходить в инвентарь, крайне опасно вообще что-либо делать и отвлекаться от монитора, потому что в любую секунду может с тобой что-то случиться. И это, мне кажется, сейчас здесь будет ловушка, и я попаду в нее. Нет, не рвануло. Ебой, отлично, хорошо, мы забираем оттуда ресурсы. Очаг, не знаю, насколько будет продуктивно все-таки осматривать очаг, но я смотрю его, я заразился радиацией, черт возьми, это очень плохо, потому что радиация, как вы знаете, все-таки отнимает твои жизни. Так, здесь псина, убиваем быстренько псиныча. Хорошо, я возьму палку послабее. Так, на меня бежит чувак с лопатой, это гробовщик, и гробовщика нужно выносить побыстрее, потому что он наносит кровотечение и дамажит довольно больно. Обыскиваем его, ничего не находим, обыскиваем пса, здесь у нас даже есть клыки, отлично, мы забираем их, волчьи кости, волчьи клыки нам всегда надобны. Здесь есть горелый, горелый не слишком сильно бьет, поэтому, я думаю, можно спокойненько его выносить, но что-то даже горелый сегодня дамажит слишком сильно. Видать, все-таки сказывается локация, местность, на которой мы сейчас находимся, все-таки это не первого уровня локации, здесь довольно-таки хардкорно, как вы видите. Я делаю мелкие шаги, чтобы постепенно все-таки пробираться вглубь. Я хочу сделать себе несколько предметов, которые помогут мне добывать здесь ресурсы, но это пока что проблематично. Я взял с собой немного хила, но его действительно немного, поэтому нужно быть предельно аккуратным и, наверное, все-таки не стоит экономить на палках и брать что-то, что дамажит посильнее. Мне нужно найти шиповник, пожалуй, немножко восполнить свое здоровье. Так, здесь есть яблоко, кстати, яблоко можно съесть сейчас. Томаты тоже, в принципе, можно не экономить, это все занимает лишнее место, которое нам необходимо. На ресурсы я пока рассеиваться не собираюсь. Будем потихонечку, постепенно облутывать все. И тогда уже в приоритетах будем рассматривать, что куда вкидывать. Так, горелого убиваем. 450 хп у него, это совсем немножко. Поэтому мы с ним с легкостью справляемся. Ничего в нем не находим. И вот наш первый шиповничек. Отлично, забираем. Доску я тоже забираю, она мне пригодится. Так, травушки, все остальное я не трогаю. Два пса цепляю на себя. Черт возьми, это плохо. Псы бросают кровотечение на меня, я пытаюсь отбиться, и я отбиваюсь. Хорошо, совсем скоро я возьму уровень, это означает, что я смогу отхилить себя. А если я себя отхилю, можно не париться за хпшечку и идти дальше себе спокойно воевать. Хорошо, смотрим, что у нас здесь в ящике. Мне буквально одного-двух мобов убить, и все. Так, чем бы? Давай я, наверное, шиповником слегонца отхилюсь, чтобы все-таки не помереть. И надо что-то подобрать. Так, давай, допустим, стебли я возьму здесь. Можно немножко пройтись. Так, и доску я заберу. Хорошо, но надо добить уровень все-таки уже, чтобы не помереть. И здесь коготь меня цепляет. У коготя довольно большой дамаг. Я не хочу помирать сейчас, поэтому я от него убегаю. Он от меня цепляется. Так, туда я пока идти не буду. Мне нужно все-таки добить уровень, чтобы я не умер на ровном месте. Я не хочу умирать. Нам нужно жить, и мне нужно сделать, наверное... Так, места нет. Это плохо. У меня есть грибы, которые мне, в принципе, не нужны, поэтому я их выбрасываю. Так, тихо. И делаю самодельный молот. Почему молот, ребят? Потому что я пришел
вообще пришел я за долларами сюда. Но если что-то и уносить, то, конечно же, уносить металлолом. Металлолома нужно много, металлолом нужен всегда, и вы это прекрасно знаете, не хуже, чем я. Кровосток у меня здесь, и я агриваю на себя. Что ж мне тут поделать-то? Давай, живодерушка, иди-ка ты сюда, я буду тебя убивать. Он сразу же пыряет меня ножами и бросает мне кровотечение. Но я с ним справляюсь. Облутываю его и нахожу в нем 3 бакса. Отлично. Это то, что мне нужно для задания, ребятки. Еще немножко, я выполню. У меня уже есть 5 единиц. Мне нужно еще столько же, и я смогу купить наводку у торговца. В принципе, ради этого мы пришли в эту опасную локацию. Так бы на первых порах я сюда бы особо не рвался, если честно. Но когда у тебя нет выбора, то тебе приходится идти сюда. И я нахожу еще одного кровостока, которого мне просто необходимо убить. Я надеюсь, с него я тоже сейчас получу 3 доллара. 1 доллар, к сожалению, это не так много, как я хотел. Здесь есть пушкарь, и у него 295 хп. Я должен сблизиться с ним и убить его буквально с 2-3 ударов. Хорошо, так это и происходит. Забираем его ресурсы. Так, у этого вообще не находим ни одного доллара. Это крайне плохо. Здесь может быть вода. Давайте обыщем. Здесь, ёх, макарёк, это неопознанный артефакт. И это оперативная память DDR3. Отлично, ребятки, забираем. Так, на этом мне надо будет освободить обязательно инвентарь. Это очень крутой ресурс. Это очень редкий ресурс. Ё-моё. Я не ожидал здесь найти столь крутые пушки, если честно, ребят. Столь крутые плюшки, если быть точным. Так, хорошо. Сишки, тут вода, баксы, сигареты. Великолепно. Теперь надо пойти в размен, ребят. Надо что-то выбросить. Я не знаю что. Давайте кости. Забираем обязательно вот эту хрень. Блоки мне не понадобятся. Дерево, дерево, дерево. Дерево мне нужно. Так, ну давайте я выброшу на первых порах. Вот так вот, не знаю. Пока что я делаю такой мув. Насколько он будет резонным все-таки с моей стороны, я не знаю. Так, тряпки, можно сделать хилы с них. Воду, я воду просто выпью, пожалуй. А это сброшу. Возможно, я делаю сейчас ошибку, ребят. Но я считаю лично для себя, что вот сейчас я поступаю правильно, и этот мув был оправданным. Гробовщик на меня нападает, у него много хп, и он больно бьет, но я его убиваю. Отлично. Я тоже бросил на него кровотечение. Так, главное, чтобы сверху на меня не заагрились. Потому что я его сам заагрю, в принципе. Хорошо, поехали, убиваем кровостока еще одного, у меня мало хп и до уровня еще далеко, придется использовать хилы. Так, я вижу, что впереди меня ждет опасность, надо как-то здесь все очистить, чтобы у меня были пути отхода. Куда я уходить буду, я еще не знаю, но я вижу, что здесь прям очень много всего. Здесь очень много плюшек. Так, волк воет. Я надеюсь, он подмогу не позовет. Я успею его убить. Так, он меня почти снес. Ребят, почти убил волчары этот долбанный. Хорошо, забираю все, что можно. Открываю кейс, лишь бы кейс не взорвался. Потому что это будет плохо. Да. Лишь бы кейс не взорвался, именно это он и делает, понимаете? И что, вы думаете, он того стоил? Нет, он того не стоил. Здесь просто хлам. Крайне опечален, потому что я потратил, только что потерял много хила. Мне нужно сейчас входить туда. Так, с опаской я это делаю. Много здесь, я вижу воинов. Буду пытаться. Так, одного заиграл, по-моему, на себя, да? Он пошел на меня или нет? Да, он пошел в обход. Он должен сейчас до меня прям вот сюда выбежать. Но что-то я его не вижу, если честно. Куда он делся-то? Парнишка. Где в них здесь вообще вход? Вот вход. Так, хорошо, вот он идет на меня. И пошла жара, ребят. Так, это первый. Я надеюсь, что там не будет босса, потому что если там будет босс, это будет проблематично уже. Вы прекрасно понимаете, что снести босса будет сложно. Псина бежит, надо выносить псину. Хорошо, убиваем. В принципе, меня его лут особо не интересует. Мы это все, скорее всего, будем сбрасывать. Так, трубач. Убиваю, хилюсь. Сильно заходит по мне дамаг, если честно. Не ожидал.
Хорошо. Пора заходить внутрь, загреть еще одного. Так, хорошо, пошла. Так, и это брат-ключник. Да ладно, ну это же босс. Интересно, его можно разагрить от себя? Знаете, меня радует то, что я все-таки почистил локацию немного. И сейчас я не занимаюсь хороводами с миллионом человек. Ох, как мало я ему сношу, это жесть. У меня больше с огнестрела-то ничего нету. Куда я... А, у меня есть ножи. Боже. Я создал ножи, ребят. Великолепно. Чих, иди сюда, придурок. Я не знаю, что я потратил на ножи, но я их сделал прямо. Я не знал, что можно крафтить вот так вот на ходу ножи, честно вам скажу. Но хилов у меня нету. Ножи это идеальное решение для меня сейчас. Мне кажется, я смогу его убить. Представляете, ребят? Прямо сейчас. Да, 150 влетает дамага. Нужно будет посмотреть, сколько я потратил на крафт. И если я потратил на крафт только металлолом, я буду в восторге. Серьезно, это действительно будет того стоить. И я буду рад. Это будет очень круто. 612 хп у него остается. Я его почти убил. Он уже не жилец, в принципе. Несмотря на то, что у меня нету никаких хилов, я спокойно могу с ним драться. Так, еще две плюхи. Нет, три плюхи. За две не убью. А вот за три вот такой вот мув я его убиваю. Хорошо, отлично. Убиваем прозектора. Он должен быть здесь последним. Обыскивает труп. Боже мой, сколько здесь приятностей. Великолепно. Так, сразу же что-то надо выбросить, мне кажется. Ну, вот, например, вот эту повязку я надену. Эту повязку я выброшу. И заберу вот этот ништячок. Хорошо, металлоломчик. Хорошо, плюс 2 металлолома, все идет в копилочку, тряпки забираю на хилы. Так, трансформатор. Нет, давайте мы сначала залутаем там, потому что я знаю, как это все происходит, и вы заболели. Это плохо. Мне кажется, когда ты болеешь, это все очень... Блядь, меня сейчас трубач может убить-то, ребят. Меня сейчас могут убить. Прикинь. Сдохни, тварь. Отвали от меня. Так, у меня нету времени. У меня на все это нету времени. Я не знал, что там есть еще трубач. Я бы его аккуратненько выманил. О, это очень плохо. Надо все это собрать быстро. Собираем, чтобы на нас никто не напал. И он, оно еще и взрывается. Оно еще и взрывается! Боже, это фиаско! О, боже мой. Это настолько фиаско, друзья. Я собрал все. Я очень много потратил, и оно взрывается. Черт возьми. Ну что ж, друзья, концовка неожиданная. Это DOS, это Hardcore Survival. Надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Всем спасибо. Пока-пока.